Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. На странице 32 выполним задание под номером 5. Изобразите с помощью схематического рисунка, как располагаются частицы воды при нагревании и охлаждении. Частицы воды обозначьте кружочками. Итак, на первом рисунке мы должны изобразить, что происходит с водой при нагревании. Если воду нагревать, то частицы воды начинают от нагревания двигаться быстрее, сталкиваясь друг с другом, они интенсивнее друг от друга отталкиваются, и поэтому располагаются на большем друг от друга расстоянии. В этом случае вода расширяется, поэтому мы изобразили вот частицы воды, находящиеся на далеком расстоянии друг от друга. Что происходит с водой при охлаждении? При охлаждении движение частиц воды, наоборот, замедляется. Они уже не так интенсивно отталкиваются друг от друга, и поэтому находятся на близком друг к другу расстоянии. Вода при нагревании сжимается, поэтому и частички воды мы нарисовали близко расположенными друг к другу. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.